Всем привет, народ, всем привет. Я очень извиняюсь за то, что не сразу не вышел, не отозвался. Новость, которая сегодня обрушилась на нас всех, это, ну не знаю, меня лично шокировало полностью. Я в каком-то коматозе долго очень даже находился. Да я и сейчас в коматозе. Меня... Не знаю. У меня слов нет. Да и у многих у вас, наверное, тоже. С Мишей из Канады я буквально встретился недавно. Мы так в конце концов с ним лично встретились, лично познакомились. Вот. Были планы огромные, что он, кстати, должен был после операции приехать в Ялту. У нас как бы тоже намечались, ну так скажем, совместные покатушки. Вот. Блин, что-то... Не знаю. Все что угодно можно думать. Все что угодно. Да что тут думать? Ну, вот такая ситуация происходит иногда с людьми и вообще в мире. Дело случая. Вы, пожалуйста, уж все берегите себя, потому что надо быть очень осторожным в этой жизни. Жизнь у нас теперь очень какая-то технологичная. К сожалению, техника не всегда приносит нам радость. Огромное соболезнование, в первую очередь, матери Мишки. Вообще, это ужас, честно говоря, пережить своего ребенка. Это... Ну, тем не менее... Вы меня простите, у меня просто серьезно, у меня нету никаких слов, потому что я еще в шоке. Чуть попозже, наверное, может быть, скажу больше. Про то, что случилось и как случилось, уже много информации. Вот. Обсуждать ничего не буду, добавить мне особо нечего, кроме как, опять-таки, выразить свое огромное соболезнование. Всем друзьям, всем, кто знал Мишку. Как-то нас-то не так много, кто, особенно в эмиграции, отстаивал, ну, просто правду. Поэтому для меня это как бы, ну, немножко по-особенному, поймите правильно. Ну и, в общем, извините, поймите. Всем понимание, пока. Походу дело, да? Да, хорошо.